Добрый день, дорогие друзья! У микрофона снова я, Михаил. Рад вас приветствовать на канале The Kiselev Play. Сегодня речь в этом видео пойдет о переработке немецкого города Эрфурт в игре Euro Truck Simulator 2. Итак, начнем. Расположенный в самом сердце Германии, Эрфурт является городом с богатой историей. Чтобы обеспечить сохранение исторического центра, большинство дорог в центральной части города нам с вами, как грузоперевозчикам, недоступны. Поэтому разработчики сосредоточились на создании северного района города. Этот район состоит в основном из жилых зданий и производств, где водители чаще всего посещают склады и логистические центры для ежедневных поставок и пикапов. Часть этой переработки также будет включать в себя сельскую местность, где вы найдете ферму и бетонный завод. Дорожная сеть города также была переделана, чтобы внести более реалистичную планировку дороги, которая также включает в себя новый перекресток. И на этом все, дорогие друзья. Вот такое вот коротенькое видео получилось, небольшая новость. С вами был Михаил, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Discord сервер, там происходит общение, и всегда все интересно и весело. До новых встреч, всем удачи и пока, еще увидимся.